удачи. Спасибо. Женщина за рулем – это звучит гордо, особенно в интересном положении. Сюрприз для автоледи приготовили сотрудники госавтоинспекции. Дарят женщинам-водителям хорошее настроение. В преддверии Международного женского дня, чтобы, во-первых, порадовать наших милых дам, автолюбителей, да, которые у нас зачастую меньше нарушают правила дорожного движения, чем мужская часть нашего населения. Чтобы наши мужчины, которые, так скажем, видят зачастую девушку или женщину за рулем, всегда, ну, адекватно реагировали на те или иные моменты, связанные с управлением транспортным средством. На такое повышенное внимание со стороны мужчин в форме водители реагируют по-разному. Волнение, во-первых, и неожиданность. Ну и, естественно, как поднятие настроения. Спасибо за то, что у нас такие внимательные, хорошие мужчины. Всем женщинам желаю хорошего настроения, весеннего счастья, здоровья, любви, чтобы мужчины баловали, любили на 8 марта, чтобы получили только как можно больше положительных эмоций. Если верить статистике, чаще всего за рулем мы, дамы, забываем пристегиваться и включать фары. Еще любим прокатиться с ветерком. Камеры видеофиксации в календарь праздников не заглядывают. А вот сотрудники ГИБДД накануне 8 марта обещают быть более лояльными к автоледи. Ольга Морозова, Григорий Плешаков. События.